самое главное, на уже достигнутой цели не останавливаться, потому что всегда нужно движение. То есть если ты остановился, то ты уже как бы ушел на шаг назад. Трудиться и расслабляться, каждый раз стараться на новые достижения. Вот так. Не остановиться на достигнутом. Вот то, что я могу посоветовать. Потому что я живу так. Не останавливаться на достигнутом. Работать над собой, учиться. Чем больше знаешь и читаешь, тем это для себя, для тебя, для будущего. То есть иди вперед и вперед и вперед. Мне тут недавно комплимент, я считаю, от одного главврача областной больницы. Она сказала, ну, с вашим опытом уже можно приравнивать к медицинскому образованию. Мы очень тесно работаем с врачами, то есть мы обсуждаем с ними ход лечения, да, и возможности развития ситуации, и на каком этапе мы можем, и как помочь. Поэтому с врачами, ну, я уже могу, опять же, так, наверное, честно признаться, мы разговариваем с ними на одном языке.